Меня, еще меня кинули, конечно. Вот видите, да, прям. То есть, да, даунстрок, который даже близко не снился Мастейном, там прочим. И вот, кстати, опять же, да, пример, что выглядит просто как старый классный матерый Fender, прям такой потертый гриф, цвет кремовый. То есть кажется, что все, это прям некий какой-то там супер, чуть ли не там Хендрикс завещал эту гитару. А там на башке, здесь ее не видно, там написана надпись печальная. Fresher. Все. И из-за того, что написано Fresher, эта гитара сразу стоит просто в 5 раз дешевле, чем, я не помню, сколько она стоила туда, но, грубо говоря, примерно, тысяч, наверное, там, 15 при Фендере, стоящем, там, не знаю, 70. И все. И вот, как бы, прекрасная, сука, гитара. Все долбит, звенит, звучит, полный страт. Никогда в жизни в слепом тесте вы не отгадаете, что, типа, послушав, допустим, такой там ляж, да, тут сингловский, ни один человек не скажет, не, знаете, я чувствую, что это, да, букву F, я слышу F, но дальше идет не E, дальше идет, это Fresher, это не Fender, это Fresher, да, типичные вот нотки, это, да, это прям типичный Fresher, Fender немножко не так звучит, то есть, конечно, нет, никто в жизни, сам Лео Fender в слепом тесте никогда в жизни не определит, здесь Fender, Fresher или Jane Dale и так далее, никак, просто при всем желании, но из-за того, что на башке было написано Fresher, я с этой гитарой тоже не ужился и, в общем, она ушла, как говорится, с молотка.